Здравствуйте. Хочу вам показать один фильм небольшой. Фильм о, можно сказать, о деньгах, ну не о деньгах, а вещах, которые в Германии выкидывают каждый день в контейнер для металла. На шрот, можно сказать. Вот посмотрите. Сегодня я выехал на шрот, вывез траву, так как косил в огороде. И попутно заглянул в железный контейнер металлический. Вот посмотрите, что я вытащил. Вот сразу от больших вещей. Ну, компрессор, короче, шрот. Скорее всего, с мотором что-то было у него, поэтому разобрали, выкинули. Ну и старый еще 76-го года. Но ресивер должен быть не в плохом состоянии. Мне как раз нужен небольшой ресивер. Я это все сниму, и у меня будет к моему основному компрессору дополнительный ресивер. Так, вот это вот. Посмотрите, струбцины. На 80 сантиметров длиной, не самого супер-дупер квалитета, но видите, у них платы поотлетали и их выкинули. Здесь уже кайку какую-то наварили, это фигня, можно отремонтировать. На 80 струбцины, попробуйте, купите новые, деньги стоят. Вот ящик, я его еще даже не разбирал. Прости. Вот ящик. Посмотрите, что тут творится. Вещи. Я просто тихо буду показывать. Ну, немножко прокомментирую, конечно. Кованые. Раз. Ну, эту сторону отложу немножко. Еще ни разу не точили. Усиленная ручка.
Вот такой вот небольшой фильмец. К слову, о выбрасывании инструмента. Ладно, спасибо за внимание. Пока.